Здорово, человеки, с вами Макси Волк, и это будет видео для поднятия настроения, где вы немножко увидите британские танки и всякие разные баги, приколы, моментики со стримов, которые мне понравились, я думаю, вам тоже понравится. Поэтому захватите чайку с печеньками и приятного просмотра. Всем необходимо прочистить голову. Плохо дело. Думаю, будет еще хуже. Пыр, омлет, запрыгивай! Вы куда? Дерьмо разгребать! Я за. Быстро же стало хуже. У вас есть план? У вас есть план? Спроси старого. Ладно, за дело, ребятки! У меня есть план. Сейчас я вам покажу этот хитрый план. Смотрите. Пам! Есть. Раз, два, три, четыре. Чем это пахнет? Чем воняет, сынок? Это кислород, братуха. Кислород? Глянь. Слышь, я вообще правильно еду? Походу мы станем, чувак. Во, блин. Поехали, папка знает толк. Не могу. Сейчас я кого-то изнасилую. Гори, мага. Эй, ты чё? Я забыл, как дышать. Чё? Я забыл, как дышать надо. Ну ты типа это, как его? Ладно, погодь. Сейчас я тебе дам кое-что, чтобы расслабился. Сейчас все пройдет. На, проглоти. А? На, закиньте колесами. Полегчает, полегчает. А чё это? Да ты проглоти, проглоти. А. Не-не-не, эти не глотай. Чё? Да ты чуть неправильно не проглотил, чувак. Да вообще-то я их проглотил, слышь? Все, вы видели? Вот это пробил. Все, ребят, хватит дурачиться, теперь будет серьезный гайд, как вот на БМП и на объекте 906 играть. Расслабься, блин, сделай вот так, чё? Давай, давай, как я. Давай. Делай. О, расслабься, 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 расслабься. О. Ну чё, полегчало? Ага. Расслабился? Ага. Всё в порядке? Ага. Ты чё делаешь, ё-моё? Самолётик. Теперь Черчилль. Танк-ракета. Точнее, комета. Для фанатов Британии лоу-левельные танки небольшой обзор. Ну и для поклонников реалистичных боев. Работа с престарелыми так меня средство от бессонницы. Если нам есть чему у них поучиться, а им есть чему поучиться у нас. Знаешь, в принципе... А чел знает, как в РБ шпилить. У него полный арсенал. Водка. Водочка. И это самое главное, не переборщите с Виагрой. А теперь, пока мы стоим в кустах, кемперим, ждем жертву, я расскажу вам за историю создания британских машин. Я как-то... наткнулся на чертежи, это из детского лагеря отряд комета, то есть герб отряда, вот дети рисовали, и британская разведка походу сперла эти чертежи и начали делать танки вот в ответ. К сожалению, недавно был патч и пофиксили способность Черчилля летать, но у меня отряд комета с лозунгом «Вперед к черным дырам»,
И пока нас засосало в одну из них, я расскажу вам, как нужно правильно нагибать. Это секрет моей игры. Надо, чтобы руки вот так вот могли делать. Ну и пальцы вместе. Если поначалу тяжело, ребята, играть, и, ну, они расходятся все-таки ваши пальцы, и превращаются в руки, для аркады это не годится. Ракада на той ракада, все так называют. Можете поначалу взять скотчем, поняли, но сматывать сначала эти пальцы, эти сматывать. Можно приматывать сразу три вот так вот. Так легче играть. Один палец хорошо, два лучше. Все, ты сразу двумя пальцами стреляешь. В два раза эффективней. Да, почему я ногами вперед езжу? Это плохая примета. Надо вот так. Во. Все. Правильно, так же лучше. Твою мать. После падения контузило меня знатно, решил я уйти, наверное, в РБ играть. Сейчас будет лютый нагиб на скеле на королевском тигре. Раз, два, три. Зенитка, выходи. Ломай ее. Хорош. Даже 7 фрагов. Это не то, что это в боевека пойдет. Сейчас стрелять будет резко, смотри. На раскачке. Казённик. Казённик поломал скиллу. Показал, он стрельнул и взорвался сам по себе. Я жду в засаде себе. Может, он просто застрял? Давай дернем его. Чувак, включай трос. Бонзай, дядя Коля. А не, бонзай датко. Ну, да, бонзай дядь Коля. Включай, вытащи. Во. Танчик. Ески, ушечка пошла. Резко, давай. Поехали. Бля. Ладно, вернем его, пусть дальше ПТ-шит. Так он менее заметен. Че он дергается? Ну, че стряслось, сынок? Опусти стекло! Нам не страшен серый волк, серый волк! Не... Чувак, не напрягай копов! Ща, чувак, я опущу стекло! Бросить якорь, сколько же он весит. Забыл, блядь, я в кино один раз слышал. Прикинь, один раз. Где же я, блядь? Покажите, пожалуйста, ваши права. Чёрт, права покажите, где ваши права? Мои права в Конституции, где же еще? Я имею в виду ваши водительские права. А, ща я покажу тебе свои права, они где-то тут, да? Блин, такую хохму ща придумал. Смотри, это твоя мама. Сэр, простите, как вас зовут? А, чё? Вы помните, как вас зовут? А чё, на правах не написано? Ща, где это, где это? Во, Педро де Пакос, во, как меня зовут. Подождите минуту. Возвращайся быстрее, дорогая! Я уже соскучился! Спасибо за просмотр, друзья! С вами был... А что там, в описании не написано? А, вот, Макси Волк, точно! Все, надеюсь, мне удалось поднять вам настроение. Теперь ваша очередь. Так что, ребят, подписывайтесь, ставьте оценки и делитесь своими эмоциями в комментариях. Всем отвечу и учтем на будущие ролики. Покеда, друзья!